Приветствую всех, братья. Только так говорю сразу. Быстренький разбор. Кто не подписан, подписывайтесь. Ну, а не хотите, как хотите, мне без разницы. Макс Риффин против Карлоса Кандита. Ну и давайте начинать. Макс Риффин. 25 боев, 17 побед, 9 нокаутов, 2 сабмом, 6 решений. При 8 поражениях, 1 нокаутом всего лишь и 7 решением. И нокаутом как раз у него было от этого, от Колби Ковингтона, да. Ну, блин, Колби он и Вудли там в последнем бою-то нокаутировал. Держак есть. Обороты набрал хорошие. Да, проиграл решениями. Но как боец, мне он смотрится очень хорошо. Преимущественно, конечно же, в стойке. Карлос Кандит, 45 боев, 32 победы. 15 нокаутом, 13 сабмом, 4 решением. При 13 поражениях, 1 нокаутом, 6 решением, 6 сабмом. Карлос Кандит, ну, в принципе, универсальный боец, но ветеран. Ветеран, что уже можно сказать, не на ходу, да, уже на спаде можно отметить. Вот, конечно же, Макс Риффин смотрится более тут в лучшем свете в данном поединке, в данном противостоянии. Макс Риффин смотрится более как... таким, скажем так, подготовленным, более, ну, так сейчас какое слово даже подобрать. Ну, в общем, более в кондициях он готов к данному противостоянию, нежели Карлос Кандит. И, в принципе, чистая победа Макса Гриффина довольно неплохо смотрится по процентам. Та свободно процентов 65 бы где-то дал Максу Гриффину. Если не злупит, да, в принципе, сабмами он не проигрывал, нокаутами всего лишь единожды. Я думаю, заберет данное противостояние. Еще вторая ставка моя, это то, что Макс Риффин победит решением судей за 2,5 уже коэффициент. Вот. Так что вот такие мои мысли были, братья. Выделитесь своими мыслями, что думаете. У меня на этом все. До новых встреч, до новых прогнозов.